Здравствуйте, добрый день. Спасибо, что досидели до конца. Ну, я очень благодарю всех сегодня выступающих и, конечно же, хотел заметить, ну, сделать такой небольшой акцент, почему от движения у ребенка потом вырастает, ну, как от движения идет потом в речь, потому что мозг ребенка, я думаю, вы все знаете, что мозг ребенка формируется в основном дошкольника, да, от того, что, как он двигается. Чем больше он двигается, тем лучше развивается его мозг. Ну и, конечно же, в конце это то, что истина познается в сравнении. Поэтому я такие небольшие заметки с выступающего. Ну, здравствуйте! Вы знаете, когда ко мне пришло сообщение, там, ну, имейл поучаствовать в этом выступлении, я, конечно же, написал тезис, отправил, мне пришло ответное сообщение. Да, вы молодец, мы приглашаем вас. Но тут у меня встал вопрос такой небольшой, что интересно, действительно мой тезис или то, что я должен заплатить, ну, участвовать в этой конференции. Но когда мне повторно прислали сообщение, то, что нам действительно интересно ваше выступление, и, конечно же, я заплатил. И вот я здесь, я приехал сюда немного рассказать вам о себе. Я простой парень, ну как простой, ну и как парень, ну может быть окружение меня считает, что я еще парень, хотя мне уже или не уже только 35 лет. Я из простой глубинки, город Элиста, республика Калмыкия. Кто не знает, это Российская Федерация. Меня зовут Мучкаев Саур Петрович. Мою супругу, с которой мы вместе работаем, Мучкаева Баина Доржиевна, конечно же. У нас трое детей. Нет, она меня не старше на 10 лет. Я закончил экономический факультет, она закончила бухгалтерский учет. Мы открыли первый детский центр в 2012 году. После, в 2016 мы открыли второй детский центр. Первый детский центр мы открывали под брендом «Сема», детского центра «Сема». Второй мы уже открыли под своим брендом. Через полгода, в 2016, мы открыли частный детский сад. Ну, было тяжело, да. И где-то буквально месяц назад мы открыли уже детский центр уже под своим брендом, под франшизой. То есть мы продали уже первую франшизу. И вот вы знаете, я вчера тоже выступал в научной сессии, уже когда все закончилось, я шел домой, ко мне подошла женщина и спрашивает, а как вы решились открыть частный детский сад? Ну, я ответил, ну, как и любой родитель, мы всегда с вами стараемся для своих детей лучшего, стараемся для своих детей, может быть, экологичного. Поэтому мы решили открыть свой детский центр. Но мы столкнулись с такими проблемами, как кадры. Конечно же, где искать кадры? Вроде бы много муниципальных садов, да мы легко найдем кадры. Но, к сожалению, 6 лет назад я выглядел еще моложе. Было мне 30 лет, а внешне я выглядел на 20. И когда приходили к нам педагоги устраиваться на работу, они смотрели на меня, ну, нет, наверное. Ну, то есть тут было, может быть, и это, и второе было, это, конечно же, ответственность. Детский центр и муниципальный сад, здесь более высокая ответственность. Здесь ты всегда общаешься с родителями, видишь, они приходят на твои занятия, они требуют. Конечно, некоторые педагоги не были готовы к этому. Как мы решили этот вопрос? Мы пригласили знакомого нашего педагога, очень авторитетного у нас в республике, и попросили ей нам помочь найти кадры. Соответственно, мы также обратились в отдел образования нашего города, чтобы они нам тоже помогли. И вот авторитет педагогов постепенно мы стали обрастать коллективом. И третье – это… Конечно же, это предпринимательство. Многие педагоги боятся уйти от муниципального, там стабильность, там педстаж, там идет зарплата постоянная. То есть еще на тот момент, в принципе, с недоверием относились к предпринимателям.
Вдруг кинут, вдруг закроются, лучше я у себя тут поработаю. Но сейчас мы уже, можно сказать, более-менее уже стоим у себя на ногах. Я тоже вчера общался с нашими коллегами из других регионов, тоже частных садов, центров. Они говорят, что им практически не помогает их правительство, их руководство. Ну, к сожалению, они были в шоке, когда услышали от меня противоположное мнение. Поэтому в таких, ну, в России уже таких центров, садов частных, наверное, сотни, даже тысячи. И мы уже, можно сказать, давно изменили дошкольное образование в стране. И вот будет ли начальная школа готова принять наших вундеркиндов, мыслящих совсем иначе, знающих намного больше? Насколько эффективно готовится, насколько эффективны программы подготовки педагогов, которые придут в начальную школу обучать наших малышей? Насколько готова ли будет поддержать школа этот интерес? И вы знаете, ну, таких вопросов, наверное, много можно задать, но не особо это волнует, а волнует то, насколько, когда, в принципе, мы услышим этот ответ. Но я прекрасно знаю, что не будет такой таблетки, которая подойдет ко всем детям, потому что мы с вами прекрасно знаем, что дети все разные, как и мы все люди, у каждого свои интересы, Поэтому здесь в основном частные детские центры, детские сады идут по своему направлению, по направлению более индивидуальному, то есть где идет подход больше каждому отдельно. И вы знаете, у нас лично в республике, да, такого я бы не сказал, что у нас такой есть тотальный контроль к центрам, к садам. И в принципе, я за это безумно благодарен. В любом случае, для нас, частников, самый главный контролер – это клиент. И благодаря им мы улучшаем сервис, мы улучшаем образовательные программы. Но сейчас мы вынуждены немножко притормозить с развивающими программами, потому что, чтобы ребенок, придя в школу, не потерял интерес к знаниям, к учебе, чтобы школа могла тоже ему что-то дать и поддержать его интерес. И сейчас в эпоху цифровизации, блокчейна и майнинга мир меняется очень стремительно. И будет ли готов он, то есть ребенок, закончивший школу, к этому миру? Меня всегда этот вопрос волновал, потому что когда я закончил школу, я понял, что мир-то совсем другой. И меня это всегда волновало, чтобы мы, в свою очередь, подготовили детей к более, можно сказать, к реальности. И поэтому вот основная философия, которая вот последнее время у меня формируется, это то, что мы хотели бы создать детей думающих, не чтобы они больше думали, рассуждали, знали, что они хотят. Не то, чтобы они, мы им дали какие-то определенные знания, все, ты математик, ты физик, ты там строитель или что-то еще, чтобы они больше мыслили. Вот я недавно посмотрел один видеоролик, мужчина, наверное, лет 30 уже живет за рубежом, и у него спрашивают, чем отличается американское образование от советской, российской, и он ответил: не сравнивайте американскую систему образования и российскую, потому что все-таки в советское время учили больше, можно сказать, прикладным наукам, да, а в Америке у нас учат больше, ну, больше таких предметов, как философия, логика, риторика, языки. То есть они учат больше человека, ребенка думать.
И основная задача, в последующем я посмотрел еще один ролик, где женщина выступала и говорила о том, что вот вы знаете, вот если взять ребенка лет 10 и 15 лет, то есть промежуток вот этот 5 лет, и взять взрослого 30 и до 35 лет, то этот промежуток, да, и мы можем и дать им, например, задание что-то выучить или изучить. То есть насколько это будет эффективно взрослому быстрее выучить ту или иную профессию или освоить что-то новое, чем ребенку. И насколько взрослый подойдет к этому ответственный, осознанный. Поэтому изначально вот из этого складывается такая небольшая моя философия о том, что ребенка все-таки нужно учить мыслить, чтобы он уже во взрослой жизни мог спокойно определить то, что ему нужно. И буквально, ну, в первый день, придя на конференцию, я заметил, что мы все очень много говорим о цифровизации. Я не скажу, что все, но были там некоторые выступающие, которым было сложно подключить проектор, даже не подключить, а просто переключать слайды. То есть мы говорим о цифровизации, а мы сами не можем даже такие простые вещи освоить. Поэтому я хотел бы больше, чтобы мы развивали себя, потому что мы все с вами прекрасно знаем, что дети учатся, смотря на нас. Дети больше учатся не от того, что мы их там порицаем или говорим им что-то. То есть все эти слова для них далеки, они просто смотрят, что мы делаем, как мы делаем. Поэтому я хочу, чтобы больше все-таки воспитатели или даже мы, как родители, сделали акцент на себя. И вы знаете, я вот благодарен то, что есть такая конференция, я благодарен организаторам, благодарен вам, что вы здесь сидите. Спасибо всем за сегодняшнее мероприятие. И я хотел бы сказать, что чтобы мы с вами, в первую очередь дошкольники, да, что мы делаем? Мы учим детей мечтать. Я хочу, чтобы вы, вот я, например, сегодня, ну, можно сказать, не мечта, но какое-то желание я свое осуществил. Такое, может быть, оно такое непонятное, но мне всегда интересно было выйти в жилетке, в бабочке, я не знаю, ну такое было желание. Поэтому я осуществил ее. И я хочу, чтобы мы учили наших детей мечтать. Я хочу, чтобы мы не боялись этого осуществить свои мечты, чтобы они видели, что мой отец, моя мама, они тоже это делают, значит, мы тоже хотим мечтать. И я хочу, чтобы вы поняли, что самый главный – это пример вы. Вы как воспитатели, как учителя, как родители. И просто подавайте пример своим детям. Спасибо большое.